Приветствую всех автолюбителей. Сегодня я вот решил уже поменять резину зиму на лето. Уже с одной стороны я заменил, вот со второй меняю колеса. И что у меня приключилось? Где-то месяц назад все стучало с этой стороны. Я так посмотрел. Был люфт в шаровом, это шаровой рулевом наконечнике. Я поменял рулевые наконечники, купил. Менял я парой и справа вот поменял и с левой также. Хотя с левой он был не разбит и целый. Ну. Рекомендуется парами менять рулевые наконечники, тяги. Так что поменял я наконечники парой. Поехал, короче, я сделать развал. И мне его не сделали. Сказали, что с левой стороны, с водительской, разбита шаровая опора. Шаровая опора и что это, и втулки, короче, стабилизатора поперечки этой втулки. Купил я втулки, купил я шаровую, но так еще и не менял. Это сегодня, дай, думаю, заеду на яму, посмотрю, как да что там менять эти втулки. Короче, надо откручивать подрамник. Двигатель поддомкратить, открутить подрамник, чтобы добраться там до креплений этих втулок стабилизатора. Откручу, короче, потом подрамник, доберусь до втулок стабилизатора. Ну, дело не в том, а в том, что сделали мне диагностику. Шарову нашли, втулки нашли, а то, что стойка стабилизатора отваливалась, они так и не усмотрели. Вот, заехал я сегодня на раму, то есть на яму, посмотреть, короче, как подрамник открутить, чтобы добраться до втулок стабилизатора заменить. Дай, думаю, все-таки посмотрю, что стучит. То, что по втулках стук сильный был, чтобы так втулки били, это надо, чтобы уже и там и резины не было, железо об железо. И, короче, давай смотреть на эти стойки стабилизатора. С той стороны, с левой нормально было, а вот с правой начал шатать. Шар и вылез. На пыльнике повис. Не знаю, что за диагносты там такие, что они могли заметить. То, что буквально тяга стабилизатора отваливалась. Это я делал на СТО жидкое в районном нашем центре. На подов уже. Я так подумал, что диагностику лучше самому делать. Так как и ремонт. Потому что ничего путевого там не сказали. То, что я и сам знал, то и сказали. А вот то, что отвалилось уже, они не заметили. Вот его. Это я на яме уже пошатал, так она совсем, покуда до дома доехал 100 метров, отвалилась, перескочила на другую сторону. Не знаю, я, короче, я сниму и попробую как-нибудь капролона кого-нибудь вытащить и положить, хотя бы чтобы завтра доехать до СТО и заказать новую запчасть, так как на мою модель запчастей у нас в районе нету, то надо заказывать, чтобы привозили с Минска. Это у нас в Беларуси. Короче, такое вот дело. Так что
если у кого будет такой стук подозрительный, и не находите там, например, шаровые, рулевые наконечники, то смотрите стойку стабилизатора. Конечно, если бы сказали мне на диагностике сразу, то я бы заказал, купил, уже бы давно поменял. Ну, это дело они не усмотрели, проверили только втулки и наконечники и шаровую опору саму колеса. А вот по этой делу не сказали. Ну, это можно сказать не смертельно, если вылетая. Бывало уже у меня на старой машине, на Peugeot 405, вылетело, хотя и новая стояла, вылетело, короче, там были саленблоки обычные, кажется, стояли, да, были обычные саленблоки. Я дома проехал, перевернул другой стороной и на холодную сварку прижал шайбой широкой. Так я ту машину и продал, она лучше, чем купленная вышла. Что я этим вот хотел сказать, что при диагностике надо еще лезть в яму и самому смотреть, что да как. То, что вот мне на диагностике уже оно било где-то полгода, я так и не разобрал, что к чему. Поменял только вот наконечники, шаровые смотрел, тоже нормальные. И вот на диагностике выяснилось только, что шаровая левая неисправная и типа втулки стабилизатора. Ну, втулки стабилизатора, вот я вам покажу сейчас. Люфт. Так, добраться сюда. О. Вот такой вот стук, то есть, конечно. Но если бы шаровая целая была, то на ямах особо бы не стучало. Я уже ехал на малом ходу, почти по ровной дороге, с мелкими ямками. И то стук сильный был. Я все думал, что эти втулки на стабилизаторе стучат так. Ну, оказалось, что это сама шаровая вылезла. Так что при таком стуке подозрительном, если не находите ни в тяге, ни в шаровой опоре, ни в стабилизаторах, смотрите обязательно стойки. Кому было полезное видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Модель эта машина у меня, напомню, Renault Kangoo 2011 год. Вот такие здесь нюансы есть. Это дело мы сейчас все открутим, попробуем немного реставрировать, чтобы до того заехать, и уже закажу завтра. Или, может, даже позвоню, чтобы было готово то, что до центра 30 километров ехать, до района. Может, и привезут завтра, если сейчас заказать вечерком уже. Так что будем делать. Поменяю покуда резину. Да. Колесо. Лето спускает. Так завтра тоже гляну. Короче, готовимся уже к сезону. Зимой-то я немного езжу, а летом будем кататься, работать, зарабатывать. Всем удачи, до свидания.